Отдельно можно в тренировке даже по послушанию повторить с собакой облай. И вот облай в нашем исполнении. Блин. Вы должны понимать, что в тренировке, когда собака облаивает, тоже устает. Поэтому здесь нужно чувствовать и смотреть по собаке. Если собака уже подустала, то нужно дать ей отдохнуть. Где-то дать чуть-чуть попить собаке, где-то поиграть чуть-чуть, где-то дать собаке лакомство, переключить с лакомства на игрушку, убрать игрушку своевременно и начать успокаивать через лакомство, над чем-то поработать. Вот. Самое главное — терпение. Кому понравилось видео, подписывайтесь на меня. У кого есть вопросы, обязательно пишите в комментарии. Всем отвечу. Всем собак. Пока.